Расскажи, что будет сегодня здесь происходить и для чего мы собрались. Сегодня будет мастер-класс игры на укулеле, вот этой маленькой гавайской гитарке. У нее 4 струны всего, но очень много возможностей. И у нас сегодня будет гость, мультиинструменталист Виталик Протасов, который расскажет о необычных способах звукоизвлечения, которые будут также полезны для музыкантов, гитаристов. То есть укулеле, в принципе, струнный инструмент, он родственный с гитарой, можно использовать эти навыки также и при игре на гитаре. Я думаю, что многим людям понравится укулеле, они приобретут ее, будут также играть, может, ее можно брать с собой на природу, везде, маленькая и классная. Я играю то, что нравится мне, то, что я сочиняю, то, что вот я беру и как бы ухожу немножко в этот транс, так сказать, гитарного укулеле, что на гитаре, что на укулеле, что, в принципе, на любом инструменте. Если ловишь это удовольствие, кайф и наслаждение, то все само появляется. Лично я заметил такую штуку, что меня наталкивает на сочинение того или иного стиля, характера, именно тембр инструмента. Вот, например, моя укулеле, которая внизу лежит, сопрано Аланикай, у нее очень гудит струна до, в отличие от этой. Здесь резонирует струна ми, на моей до. Она толстая, жирная, она звучит прям очень хорошо. Поэтому, когда я ее первый раз взял, я начал играть все, как бы вот, опираясь на именно вот струну до, то есть до мажор. Сейчас потом сочинял ля минорные песни, потому что просто зажал и что-нибудь там по диатонике играешь. Вот, сочинял соль мажорную, потом посложнее. Сейчас пришел к до минор обожаю. Соответственно, я люблю блюз, фолк сочиняю, всякие там бразильские, кабаверды, латинские вещи. Мы с вами поиграем упражненица какой-нибудь. А простое по хроматике. Разными штрихами. Вначале поиграем вот таким. Вот такое упражненица. В медленном темпе именно вот этим пальцем. Давайте все поиграем хором. Со струны до, по полтона. Затем сразу переходим на следующую струну и обратно. Всем понятно? Давайте. 3-4. Thank you.
какие ощущения как поменялись? Кому как удобнее? Так. Медикам удобно. Мы же гитаристы привыкли. А девушкам? Пальцами. Пальцами удобно, вот я тоже заметил. У вас очень хорошо получается, когда вы играете на кем, у вас звонко получается. Это прям классно получается. Я бы вот вам советовал играть именно, когда вы играете какие-то сольные барабанчики, по струнам, вам очень на кем. Вот. Ну хорошо, с этим мы разобрались. Если есть какие-то вопросы на данном этапе, задавайте вопросы. Почему именно это, именно этот инструмент? А почему укулеле? Да. Не почему, я просто как-то лежал в больнице Боткина, и мне было очень-очень скучно, я попросил подругу привезти мне гитару. Она говорит, гитара очень большая, я тебе привезу укулеле. Я говорю, что такое, да кавайская гитара такая есть. Я говорю, ну давай привози. И вот, я доставал весь больничный медперсонал. В палате больничной. Она маленькая, вот ровно поэтому. Всех лечил. Всех лечил, да, музыкальная терапия. Вот. Так, ну давайте продолжим тогда. Сейчас поиграем боем. Примерно то же самое. На самых простеньких аккордах. До, ля, фа, соль. Все знают эти аккорды, да? Раз, два, три, четыре. Thank you.
И следующая фраза. Она должна просто речь на слух, а пальцы сами себе. Когда вот эти пальцы пускай. Да, еще раз да. Первая фраза получается, во второй сложность в том, что здесь немножечко синкоп идет, смотрите, первый раз. Сложно. Ну что, тогда первую часть сейчас сыграйте. И вы можете это повторять просто. Все знают ми минор? Да. Ми минор. Кому как удобно. Можем вот так вот ставить проще. Ставим вот так. Два пальца. Я вот два купом. Ага. Два пальца. Да, да, да. Ре минор. Второй следующий. Ре. Второй. Ре. Наоборот. Наоборот поменяешь. Да, вот так. Да, да, да. Да. Следующий до мажор. Но зажимаем мы сразу две нижние струны. Снова ре. И опять же ре. Опять же ре. И потом его разрешаем. Ну, немножко, наполовину. Ну, кто может, да. Тот, тот разрешит. Ну, Дима разрешит. Да. 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 То есть, получается вот такая... Да. Не получил, да? Вот такая ритмическая фигура. Абсолютно творческий процесс.